XX, с вами Белевикс. Всем привет! Недавно наступил 2016 год, и это время исполнения желаний и, как можно сказать, сбыча мечт. И я искренне надеюсь, что многим Дед Мороз под елочкой оставил свои подарочки. И я была не исключение. Ко мне пришло безумное количество сообщений о том, что тебе подарили на Новый год, что тебе подарили на Новый год. Алиса, Алиса, расскажи, пожалуйста. И были такие сообщения с просьбой снять видео об этом, о своих подарках. И поэтому вот, я расскажу сегодня вам о моих подарках на Новый год. И это ни в коем случае не понты. Это не понты, это не понты, йоу. Поэтому погнали. И первый подарок — это очки Cross My Heart. Они довольно стильные, модные. И они хорошо гармонируют с моей одеждой и будут отлично сочетаться с ней. Получится, я надеюсь, крутые фотографии с этими очками. Ей! Дело было так, сижу я рядом с елочкой, сижу в телефоне, смотрю телек в Новый год, и тут бабах, такой вот мешочек, кисточка. И эта кисточка пригодится мне для моих туториалов. Ну чё, посмотрели и откладываем подальше. Дальше подарочек Monster High, это целых 3 винилки. Одна. И первая винилка — это Chase винилка Frankenstein, где она имеет невероятный принт, также спектра и скелета из второй волны виниловых фигурок. А также такие вот колготочки с кошечками, потому что я очень люблю кошек, очень приятные, но на самом деле я еще ни разу их не померила. Ни разу. Сегодня уже 3 января. Следующий подарок, который успел ко мне приехать до 31 декабря, и это сет под названием Scare Makeup. Мне бы сейчас не помешало бы хорошего мейкапа, а вам? Также крутая новинка из Monster High, это Элизабет из серии Frightfully Tall Ghouls. Неожиданно, правда? Я даже не думала, что она приедет так быстро. Вообще, я в шоке. Уже рассмотрела эту куколку, сравнила уже с Элизабет из серии Fright Camera Action и нашла, конечно же, отличие. Поэтому я скоро буду снимать обзор. И очень хочется об этом уже поскорее вам рассказать и сравнить этих двух куколок. Еще один подарочек — это крутейший свитшот, который мне, ну лично мне, очень нравится. Он с кошечками, то есть здесь их очень много. Еще плюс, что я обожаю таких животных, как кошек. И вот этот свитшот уже на мне, я его очень часто ношу. Главное, что очень приятная ткань, и мне все очень нравится. Ну, на сегодня это все. Мне кажется, я ничего не забыла. И я надеюсь, тебе было интересно. И, пожалуйста, не думайте, что это все ради выпендрежа. Нет, ни в коем случае. И поскольку вы очень просили сделать такое видео, я его сняла. И да, обязательно пиши в комментарии, что тебе принес Дед Мороз, ну или родители, или что тебе подарили друзья. Я обязательно все ваши комментарии прочитаю. И я буду очень рада, если вы мне поставите лайк под этим видео. Я вас всех очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока!